точно напротив одной из старейших арен для корриды Испании 1850-х годов постройки находится главный шедевр валенсийского модернизма. Это вокзал. Главный железнодорожный вокзал Валенсии – Эстасион дель Норте. И даже Норте, и Норт означает север, этот вокзал вовсе не является северным, а так называется, потому что компания железнодорожная, построившая и управлявшая железными дорогами в Испании до национализации в 1945 году, называлась Норте. Ну а вокзал, расположен удобно в Валенсии, является, безусловно, главным ярчайшим шедевром модернизма начала 20 века. В Валенсии очень удобно, что вы именно приезжаете, если едете поездом, на этот вокзал. Главная достопримечательность сразу по выходу из поезда. Вокзал 1917 года постройки, когда он был открыт, хотя станция существует на этом месте с 1851 года. Потрясающая работа с керамикой и потрясающие мозаики знаменитейших представителей искусств Испании. Главный архитектор этого сооружения Деметрио Ривес. Три как бы бастиона выделяющихся. Это стилистика европейская, более даже австрийская, под Отто Вагнера, с элементами неоготики, с элементами рационализма. Тем не менее, это классический валенсийский модернизм или валенсийский арт-нюво. Вот эти потрясающие мозаики являются работами знаменитейшего испанского мозаиста Жозе Монгрел. Его работы можно увидеть в Национальном дворце в Барселоне. Он же, Жозе Монгрел, является автором работ по керамике и цветному стеклу внутри этого здания.
Валенсийский вокзал является также местом проведения различных культурных мероприятий, концертов, а в этот день одна из местных радиостанций вышла в эфир живьем. В отличие от Мадрида и Барселоны, в Валенсии основной вокзал один, остальные лишь небольшие станции на окраинах существуют, поэтому вся нагрузка в Валенсии на этот вокзал. Около 18 миллионов пассажиров в год проезжает через этот вокзал. А это уже подъезжает под посадку мой поезд. Медиадистанция, средней дистанции на Сарагосу. Так что пополню я это число пассажиров, проехавших через эту станцию. Estación del Norte. Поехал я. Всем пока. До свидания, Валенсия. Пока, до новых встреч.